Hi guys, welcome to the YouTube channel, or welcome back if you're returning. It's your girl Lucy here, back at it with another reaction to Dianka Ankudinova. And I know it's been a while, but she's definitely not forgotten here. Last time I've reacted to her own music, that was with A Clean Slate, and that was awesome. It just suited her so well. The lyrics, at first very dark and emotional, but then very hopeful for the future. And she was just absolute darling. I really enjoyed it. So yeah, but back to her competition songs. This one was highly requested, so that's what I'm gonna do today. And yeah, super excited to see what else she's got. So let's get straight into it. Okay, beautiful Dianka, let's get it. Look at the set. Oh my gosh. Tone is so unique. There's no one who sounds like her, and even for a female voice, it's so rich and deep. I just absolutely love the tone. It's just gorgeous. Love it. What an outfit. Powerful. Oh my gosh. Oh,
Oh my. Wow. Wow. Absolutely fantastic. Диана Анкудинова. Живой звук. Плачет. Припорошила нас немного. Ну что, so начнет наш дорогой гость. Делитесь мурашками, Филипп. Ну, вы просто какой-то самородок, честно говоря. Вы удивительная, какая-то абсолютно нереальная. Сколько у вас глубины, этот голос. За yes. этим голосом история какая-то в вашей жизни прям чувствуется. Yes. Извините, вам сколько лет? 18 исполнилось. 18? Yeah, it's insane. Если бы я так пел 18, я бы уже здесь не сидел, да? Я бы уже был в другой стране. Да. Слушайте, но я теперь понимаю, почему вы выиграли один из главных проектов музыкальных в нашей стране. Теперь все объяснимо и понятно. Я услышал перед собой действительно такую молодую Зыкину. Браво, Диана! Спасибо большое. Вы меня покорили сегодня, просто покорили. Дианочка, покорили. Спасибо. Хочется... Мне очень приятно. Мое сердце принадлежит вам. Марк Тишман. Эта песня, насколько я знаю. Насколько я знаю, Тимур. Я как раз тебя хотел попросить, чтобы ты не просто рассказал, что ты думаешь, а чтобы ты про песню рассказал. Да, но это понятно, что это народная песня. Более того, это казачья песня. Более того, я знаю, что за море там было вот у нас в декорациях, да? Это было Каспийское море, то море, где я родился. Это снится сон тревожный казаку, что сейчас что-то налетят, он с коня упадет. А я увидел невесту, которую... Вот будут выдавать замуж, и она идет, и она поет о том, что у нее тревога, потому что она не знает, как сложится ее жизнь. И у меня здесь все сложилось. И эта девушка, ее невероятный голос, как труба, который сегодня звучал в самом хорошем смысле. Труба, которая заставляла нас всех вибрировать с тобой и переживать с тобой твое неведомое будущее. Мы тебе желаем, чтобы оно было фантастическим, чтобы меньше было тревоги, которую мы сегодня в тебе слышали. Браво! Спасибо. Предлагаю подняться выше. Карина Кокс. Во-первых, Диана... фантастически сменила имидж. Посмотрите, перед нами стоит юная, хрупкая девушка. Когда она убрала челку, мы увидели твой возраст. Впервые в жизни я ее убрала. Ты настолько нежная в этом образе, тебе очень идет и косы, и этот наряд, и эта песня, и этот хрупкий лед, он настолько отражает твою вот эту юность, свежесть. Единственное, что... Yes. Ну, это мое мнение. Мне показалось, что здесь хотелось больше нежности, больше вот этой искрящейся, как звездочки, нотки хотелось. Но ты опять дала мощь, да, и это показалось немножечко уже тем, что уже мы слышали. Но ты все равно великолепна. Спасибо тебе большое. Спасибо. Алиса. Вот так она вроде обычный человек в жизни, понимаете? Так и есть. Но как только она извлекает эти ноты... Что-то происходит, понимаете? Такое ощущение, что ты взлетишь сейчас, знаешь? В воздухе что-то меняется вообще. Yes. Спасибо большое. She commands. Слава! Самое сложное для всех нас здесь артистов – зрителя удивлять каждую программу, быть разным. Показать новые грани. Это невероятно сложно. Это самая сложная задача. Но при этом каждый из нас ищет свою индивидуальную фишку, которая тебя будет выделять среди масс других артистов. Вот у тебя... Это не фишка, это какая-то мировая фишище. Ты ее уже нашла. Но если мы говорим в рамках нашего шоу, очень хочется, чтобы ты показала вообще себя другую, даже не нам. А ты в себе нашла эти грани, потому что, я уверен, ты о них сама еще не знаешь. В тебе такой вот этот сундук с сокровищем таится. И очень хочется, чтобы это шоу тебе дало возможность раскрыть себя и найти эти, скажем так, недры. Аллилуйя! О, oh, great comments. Диана Анкудинова, браво! Ваши аплодисменты. I love that. Браво! So good. Oh, that was great. Wow. What an absolutely beautiful, beautiful song. I loved it so much. And I really enjoyed when they gave the backstory. Because it's just so much more interesting to know what is it about. So yeah, and Dianka, man, she's just like this powerful, powerful priestess commanding our undivided attention. You have just no other option than to be fully there and listen when she's singing. She's just so intense on the stage. It's
crazy. And love the visuals. They are just trippy. So good. So yeah, thank you guys for recommending me this. I loved it. Anything else you want me to react to, let me know in the comments. And I guess I'll see you in my next video. Bye.